бухта Валентина одноименного поселка. Тут кемпинг. Народ отдыхает. Берег песок. Камней нет. Очень много машин, очень много палаток. Люди приезжают не на один день. Место такое себе. Не могу сказать, что красивое. Ну, интересное. Стоит посмотреть. Все-таки один из пляжей Приморья. А мы поедем чуть подальше. На бухту Большую Тихую. Или Тихая она называется. Это буквально здесь минут 10 езды. Посмотрим, что там. Все-таки уже приехали. Так что выложу вам тоже видосик.